Мы очень рады, что исполком совместно с нами участвует в приеме граждан, что им тоже не безразлична судьба наших горожан. И, конечно, хотелось поблагодарить жителей нашего города, то, что они неравнодушны к проблемам города, к проблемам наших улиц и прочие другие вопросы приходят. Многие вопросы у нас уже в процессе решения этих моментов, но также многое чего они нам с мест доносят, что и где какая проблема. И, конечно же, мы реагируем сразу, будем стараться по мере возможности решить, и работы ведутся.